Всем привет. Участок сегодня, ну, очень хороший, мы все успели, хоть и Open финиширует в самом конце. Мы финишировали под закрытие спецучастка, то есть там в районе без 15:07 уже темнело. То есть коротенький лиазончик уже в темноте ехали. Вот. Хоть это был самый длинный спецучасток на этой гонке, 347, по-моему, вот, километров, очень динамичный, очень много разнообразных всяких спецучастков. Дюны были, ну, больших не было, как во второй день, ну, такие тоже интересные достаточно, маленькие, большие, всяких разных. И, в принципе, разнообразные участки, и камни, и солончаки. Здорово, хороший спецучасток. Погонялись там с ССВшками, обгоняли мы, обгоняли нас, поблудили вместе, поблудили по отдельности каждый. Нормально. Все хорошо было. Вот. Опять видели сгоревшую машину, к сожалению. Я, правда, не смог заметить, что это, но кто-то... У кого-то опять сгорела машина. Вот. На последней дозаправке видели, что девочка на мотике. Я так, у меня есть какой-то зачет, типа Road to Dakar, только для девочек, да? Розовым. У нее написано Road to Dakar 2023. И они ковыряли ей, ну, два мотогона, помогали. Не заводился у нее мотоцикл. Она очень расстроенная, конечно, стояла. Вот. Ну, так, здорово, да. Машина как? Машина, ну, в основном, да, без поломок. Вчера еще чуть-чуть подкрутили подвеску, точнее, сегодня утром. Вот, стало чуть-чуть покомфортней. Сегодня без проколов, хотя мест, где пропустить было. Ну, таких явных ошибок роудбука точно не было вообще. Вот. Были вчера, кстати, вот, насколько я помню, что обе травмы, ну, вчера, по-моему, 3 человека на вертолете эвакуировали, 2 травмы точно пропущены, подбросы один, который, ну, то есть которых нету в роудбуке, и перевернувшийся ССВ, разбившийся, этого подброса не было в роудбуке, и, ну, правда, там была череда до этого, и они просто успели разогнаться. Я так понял, что у Костыры это так принято, что если есть много сильных препятствий подряд, то считается, что ты уже сосредоточился и смотришь немножко вперед. Там небольшой подброс, и все, и ССВ-шка улетела. А мотик обидно разбился, потому что солончак был длинный, то есть фаст-трек, там очень быстро ехать, 5-7 километров на максималке, вот сколько двигатель позволяет или сколько настройка позволяет, ну или на ограничителе у кого что. Вот. А в конце солончак заканчивается точкой ограничения скорости входа. Соответственно, и метров за 300 до нее, ну, кто-то уже начинает заранее оттормаживаться, а кто-то пытается секунды выиграть и тормозит уже вот буквально как выиграв секунды за 90 метров, да, до центра точки. Ну вот мотик на этом попался, потому что буквально за 100 метров до точки был подброс, и он улетел, видимо. Ну, потому что мне сказали, что это его увезли на вертолете. Так. А если рассматривать эту гонку как хорошую тренировку, что она дала, и насколько она эффективна в этом смысле? Ну, она очень рулежная. Мало песка на самом деле. То есть мы ожидали побольше, наверное, натренироваться в песке. Очень рулежная, очень раллийная. На самом деле, вот там на четвертый день привыкаешь смотреть в оба на камни, объезжать камни. Ну, то есть делать все для того, чтобы сохранить машину до финиша.